Когда поставили вино под перчатку, ждем, когда она начнет подсдуваться. Тогда нужно добавить сахара. Я добавляю где-то 2,5 килограмма в 5 приемов. А когда перчатка сдуется, нужно вино снять с осадка с помощью шланга и всасывательной силы рта. Осадок остается на дне. С осадка снимаю несколько раз, примерно в течение месяца. Затем делаю первую пробу. Всего должно быть в меру, тогда и алкоголь в пользу.